Чего? Здорово, бандиты, а также дамы и господа, мы, ребята, всем привет, всем здравствуйте, с вами, как всегда, Левкин. А сегодня летим хрен пойми куда, в какую-то задницу, прям вот жопа мира, без рофлов. А, не знаю, почему мы летим сюда, я просто прикрепился за напарником, он решил, что вот надо делать так. Я тут вообще ни на что не влияю, поэтому сегодня будем отыгрывать вот из... что это? Монгнай. Окей, пусть будет так. Ну а спонсор данного видео — букмекерская компания 1xbet, где самые большие выигрыши и быстрые выплаты. А при регистрации по моему промокоду ты получишь до 6500 рублей на игровой счет. Все полезные ссылочки можно найти в описании. Продолжаем играть на телефончике. Потихонечку учимся. Надеюсь, что будет все в порядке. Пока что нравится. Бывают, начинаются фризы. Не понимаю, с чем это связано, потому что настройки минималки. И вот как-то так. Вызывает у меня некоторые вопросы. Возможно, стоит прошивку самого телефона обновить. И узнать. Проверить, вернее. Что ж, бежим в зону. Почему мы не упали на Парадайз? Неясно, я бы там пострелялся. С большим удовольствием. Не стал новый аккаунт создавать для телефона. В принципе, ну, пока что моя цель, наверное, перейти все-таки... именно на мобилу. Сейчас объясню почему. Дело в том, что целишься, стреляешь быстрее, чем с iPad. У меня такие дубовые такие пальцы. Играть в 2 проще, чем в 4. Посмотрим. Если получится привыкнуть, будет просто супер. Все, кто хочет со мной поиграть, ребят, вы мне не пишите в инсте, не задавайте вопросы, пожалуйста. Все, кто хочет играть, идите в... знаете куда? Идите в Дискорд. Я когда просто захожу в игру, я пишу в Дискорде вопрос, кто будет играть. Соответственно, кто есть на сервере в данный момент, кто сейчас готов, они просто подключаются ко мне, и все, я создаю локалку, мы идем играем. Не кастомку, а локалку именно. Дело в том, что всех в друзья я добавить не могу. Есть ограничения, и если будет много народу, будут постоянно спамить. А когда я что-то записываю, какой-нибудь там open case, например, постоянно приходят эти уведомления... ну и жутко раздражает. Поэтому я предлагаю такой вариант. Все, кто хочет играть, заходите ко мне в Дискорд. Вот, а инста так, чисто посмотреть какие-нибудь фоточки и задать вопрос. Возможно. Потому что у людей бывают вопросы действительно интересные, связанные с игрой, например. Бывают просто по жизни там что-то спрашивают. Так, ну вроде бы все, со всеми вопросами мы разобрались. Так, ну и что, в буткемпе у нас тишина совсем. Просто лично я как бы надеялся людей повстречать. Упс, выпалил. Позицию 3D Touch немножко работает криво иногда. Ну, вернее, не криво, работает он хорошо, это я просто кривой, поэтому тут удивляться нечему. Ребята, судя по всему, где-то наверху. Да, вообще на той стороне, походу. Стреляют в кемпе, пойдем в кемп тогда, что делать.
Чего? Ладно, с кем не бывает. Бывает. Интересно. А, вот такое вот начало, довольно-таки странное. Не было людей совсем. А тут бац, и как бы уже кто-то есть. При этом как бы 26 еще осталось. Сразу два аэра, вот это неожиданно. Вот это классно. Не видит, походу. Прям в траве лежит. Почему я его не перестрелял, вопрос. Ладно, бывает. Ничего страшного. Сейчас отхилимся брёхонько. Пугали меня. Окаянные. Чел с грозой еще наш сзади подкрался. А я вообще удивлен был. Думаю, ну все, привет. GG. А это свои, оказывается. Так, ну что мы делаем? Хилимся пока что. Народу мало осталось довольно-таки. Хотя нет, 17 человек на такую зону. Ощущение, что не выкрутил прицел, надо немножко чувствительности добавить. И, походу, есть еще кто-то на будке. Да, точно есть. Чего? А, я их вижу плохо, но и походу они меня тоже плохо видят. И в этом мы с ними похожи. Поэтому получаются такие дурацкие ситуации, когда ты вроде бы совсем рядом с человеком находишься, а вы друг друга выпалить не можете. Можно, наверное, переждать их здесь, либо перейти дорогу и закрыть их. Да, не прибежал. А где Данин друг? Покажись, игра лагает жестко. Здорово, Димон. Димон, Данин друг. Если что. Почему он по мне не стрелял?
А, их два осталось, что ли? Серьезно? А, нет, три. Думаю, это GG для них. Ебой! Блин, упали-то в какую-то задницу. И вот так вот все получилось. Представляешь? В общем, братишка, я надеюсь, что тебе видео понравилось. Ты обязательно поставишь лайк, подпишешься на канал, нажмешь колокол, чтобы не пропускать новые видосы. Можно подписаться на мой инстаграм с вопросами по игре. Ну, не по игре, а вместе поиграть со мной. Многие задаются. Заходи в дискорд, конечно же, ко мне. Ну, и на этом на сегодня все. Встретимся с тобой на просторах PUBG. Всем удачи и пока.